Специалисты муниципалитета уже провели мониторинг среди 4500 ветеранских семей. Они выяснили, в чем нуждаются фронтовики, труженики тыла, блокадники, узники концлагерей или их вдовы. Пенсионеры попросили помощь в ремонте квартир, покупке бытовой техники или юридической помощи при оформлении документов. По распоряжению главы города, все отраслевые управления уже приступили к работе по подготовке ко Дню Победы, главным лозунгом которого станет «Праздник Победы в каждый дом ветерана». Баннеры с этим слоганом появятся на улицах курорта. Ветеранов осталось очень мало, и ни один из них не должен остаться без внимания. Без внимания со стороны власти. Они должны получить бесплатно возможность пройти диагностику и, в общем-то, и потом лечение, если понадобится. Могилы, да, участников Великой Отечественной войны, и в первую очередь могилы, значит, героев Советского Союза, надо их привести в надлежащий вид, если они в этом нуждаются. Помимо адресной помощи ветеранов, со стороны властей и предпринимателей курорта, город готовится и к самим торжествам. В Сочи посадят пальмы Победы. Деревья высадят на территориях учебных заведений и учреждений социальной сферы и здравоохранения.